Валерия, в школьный лагерь ты собрала вещи? Сегодня мы с вами всем школьным лагерем едем в музей. Скука-то. Этой ночью в нашем музее тебе не будет скучно. Продержись до утра. Балди выпустил дух какой-то. Надо возвращаться в автобус. Надо уезжать с этого сумасшедшего музея. Я самый первый побежал в автобус. Им в автобус. Мама, быстрее. Обратно. Что случилось? Обратно. Балди. Мяу, а у кого уже был последний звонок? Или скоро будет? Ставь лайк и нажимай на красную кнопочку. Ура, школа закончилась! Ну, зато сегодня мы с вами всем школьным лагерем едем в музей. Музей? А там скучно не будет? Валерий, там будет очень весело. Балди, а что ты стоишь? Балди, садись. Нельзя стоять на сиденье. Я сижу, чтобы все сели. Вау, мы приехали, привет, ребят, мы приехали в музей, и это наши гиды. Сегодняшнюю ночь в музее вы никогда не забудете. Давайте глянем, что это за школьный музей, и что здесь будет происходить. Древнеегипетский котик, а вот это, ребята, я нашел мишки Гренни. Ого, ничего себе. Ой, есть слендерина на медведике. Точно. Балди, ты куда? Бегите к фараону. Я в туалет захотел очень сильно, прям. Балди, ну какой туалет? Экскурсия начинается. Ничего не знаю, мне очень хочется. Вы хотите проблемы? Да. Так, ну в музее должен быть туалет, но я не знаю, Балди, где он. Надо срочно найти. Ну спроси у этих. Это вам не шутки. Все, Балди, быстрее, там экскурсия начинается, наверное, что-то интересное. Я сейчас тут за уголок зайду. Быстрее, все в пирамиду. Ты куда бежишь, Валерий? Сюда. Вау. О, а помните, как в Леди Баг был фараон? Точно, была такая серия. Я залезу, возьму эту штуку. Не Балди, трогай, Балди! Нет, слезь! Ты я что? Уже взял. Слезь. Балди, нельзя трогать эти штуки, иначе может что-то произойти Балди, страшное. Ничего не знаю, слезь. Надо же взять, попробовать, но как иначе? Ребята, зачем? Вы готовы? Она золотая, конечно, Балди не удержался. Она похожа на шоколад. Ран! Все! Кошмарики начинаются, Ран. Куда бежать-то? Просто прямо, мама, беги просто прямо. Беги за мной, мама, за тобой, это дух. Балди выпустил дух какой-то марафона. Так, я куплю себе этот, а то я сейчас это помру. Так. Поднимите руку, кто ни разу не сделал РСС. Так, а что делать? И куда бежать-то? Как спастись? Просто уткнись в стенку и смотри в нее, не смотри на него. Да он везде, это какой-то дух, который... Фух. Балди. Зато я вам официально сообщаю, туалет мне больше не нужен. Спасибо, я сходил. Прямо там. Балди, зачем ты выпустил этот дух? Ну зачем? Я очень в туалет хотел. Так, мы с вами перенеслись в какую-то спальню. А тут тоже нужно будет ночь пережить. Да, это ночь, ребята, которую мы должны будем пережить здесь. Я на кроватку, быстро. Так, забегаем наверх. Написали нам наши экскурсоводы. Get ready for bed. Всем скорее на кровать. А трусы запасные есть? Нет. Походу, уже ничего нам не поможет. О! Свет опять выключили. Что происходит? Это не я. Не знаю, ребята, мне это не нравится. Рубильник отрубили. The power has gone out. Да, кто-то выключил свет. Кто самый смелый, тот побежал. The witch, вернитесь назад и попробуйте включить рубильник. Валю, девочки, Мишка был, видели? Валю, девочки, Мишка был, видели? Я самый смелый, я сейчас посижу чуть-чуть и пойду сразу. Ага, смелый. Иди. Так, короче, хватит трусить. Трусить? Чем трусить? Трусить. Так, кто пойдет включать рубильник? Ребята, кто смелый? Я смелая, все, я побежала. Тут темновато, ребята, однако. Мама, не боись. Ничего не видно. А давайте не пойдем никуда. Да, Балди, походу, даже не пошел. Вот, все, я рубильник включила. Смотри, вот, девочка, да, с Мишкой. Где она его нашла? Купила. Ага, она с картинки его забрала, ребята. Так, и что нам пишут дальше? Что-то странное происходит сейчас в музее. Видели, там портрет Кость-6 был? Ого. Да. Вернитесь в автобус. Ребята, надо срочно возвращаться в автобус. Надо уезжать с этого сумасшедшего музея. Я самый первый побежал в автобус. Подождите, вход закрыт. Нельзя пройти здесь. Сейчас пройдем. А как вам мальчик с горшком и со сковородкой на голове? Ну, так страшно, что... Все, бежим в автобус. Мама, быстрее. Обратно. Что случилось? Обратно. Балди. Ой, я разложился. О, господи, что с автобусом случилось? Я не попал. Это какая-то темная сила. Это пришел этот призрак с музея, которого ты выпустил, Балди. Он захватил наш автобус.
Нам невозможно уехать из этого музея. Что автобусами кидаются тут? Вау, я пойду попробую посмотреть, как автобус выглядит впереди. Надеюсь, там никого не будет. Никакого призрака. А как теперь на нем ехать? Написано, что мальчика захватило. Кто-то мумия. Кто-то сейчас может стать мумией. Надо срочно найти в какой-то комнате мальчика. Какой комнате хоть? Вот, мне кажется, вот эта девочка, я бегу за ней, она что-то знает. Мне кажется, она уже играла не раз в эту игру. А чего она вся светится и сияет? Не знаю. Все, нашли его. О, вот. У него голова какая-то у мумии. Видели, замотана? Девочка его освободила. Вот. Как у Сали Крамсали. Жуть какая. Вообще. Подождите, у вас тоже это на экране? О, боже мой, ребята, что происходит? Он опять пришел. Найдите выход. Something is coming from the Egypt. Вернитесь в Египет. Надо вернуться куда-то. В Египет! Египет! Вернись в Египет! Ребята, кто был в Египте? Наверняка многие из вас уже отдыхали на пирамидках. Мама текает. Я не знаю, куда бежать. Беги. А вы спасли мальчика, не бегай там! Я попала в темноту, ребята. Мне кажется, меня закрыли! Меня закрыли! Мама, тебя не закрыли! Ты дверь просто не можешь найти. Где? Вот, где дверь? А, вот она. Мама, ты второй раз ее открываешь. Свет погас, красный весь! Смотрите, везде все красное! О, господи, где так, вы все? Возвращайся в Египет. В эту египетскую пирамиду. А, сейчас, но я заблудилась! Помогите мне! Там опять какие-то духи, наверное! Балди! Балди, куда бежать? Я не знаю, я побежал в пирамиду! Ну вон, туда! Вау! Ого, кто это? Это фараон! Верните то, что вы мне украли! Хамен десайн записал answer again! Вы что тут? Вы нарушили мой покой, людишки! О, боже мой, I will give an option! Я вам тут устрою сейчас урок! Спасибо, нам тут не надо. Тут я устраиваю уроки, я тут Балди, не надо тут никому ничего устраивать. Балди, по-моему, тебе сейчас урок устроит. Вернитесь за моей артефактом в Египет или умрете. So what will it be? Все, короче, мама, какой будет ваш выбор, какой будет? Наш выбор, конечно, мы вернемся в Египет. Давайте. Мы вернемся в Египет и найдем этот артефакт. Может, ему пойти там под пупник дать? Что нам командует тут? Wise choice, but how do we get there? Вернитесь в пирамиду! Как мы можем ехать? Автобус уничтожен! Вернитесь в пирамиду! Мы не можем вернуться, у нас автобус уничтожен. Что-то происходит, ребята. И он свет опять потушил. А он опять что-то нам делает. У кого есть фонарик? У меня нет. О! Это Египет! Он нас перенес как на машине времени в прошлое. Круто, мы в портал попали, тут жарко. Когда будете в Египет. Есть у кого-нибудь зонтик или водичка попить? Панамочку, дайте мне панамочку на голову. Так, наши экскурсоводы... Балди, у тебя вообще нет волос, зачем тебе панамочка? Как раз его лысинка загорит очень быстро. А она у меня коричневеет на глазах. Вы видели наш экскурсовод с уточкой на пузе? Да, вообще шикарно. Короче, идем. Они что-то мутят, вот эти экскурсоводы, это они во всем виноваты. Так, мама, иди влево. Я не удивлюсь, что экскурсоводы какие-то замешанные с этим, блин, духом. Мама, иди влево. Так, вправо у нас влево. Все это помирают. Надо влево спускаться. О, вот этот мальчик. Мальчик, ты там как, дышать можешь? Давайте его размотаем, уже пора, наверное, ему же там жарко. Мальчик, куда ты побежал? Туда все, мама, не боись. Сейчас прыгаем. Мама, ты проверь, а потом я. Все, нормально, прыгай. Все нормально. Я уже приехал. Так, Валерий, жди нас, мы уже почти спустились. Давайте к тебе. Я добегаю. Пум-пум-пум-пум-пум. А теперь паркур. Кто любит паркур? Лежит? Не знаю, мыло. Берите, срочно надо взять. Оно не... Кто любит паркур, мама? Все, пока. Я утонула. Ребята, я утонула, у меня робоксов нет. Балди, осталась на тебя, я тоже надежда. Валерий, я не знаю, как оживиться. Я утонула, ребята. Лава. Балди тоже утонул. Лава меня поглотила. Я потратил все свои робоксы на все респауны. Одна у меня я осталась. Одна я осталась. Так, Валерий, бери правую полосочку. Я пройду одна, значит. Давай, прыгай. Вот сюда наверх, аккуратненько. Интересно, хоть кто-нибудь тебе поможет, потому что сейчас начинается самое девочка! Странное. Кто-то там еще один прыгает. Там девочка еще там есть. Еще двое игроков. Может быть, вам удастся. О-о-о. Так, три прохода, видели? Я жду девочку. Девочка все доскакала. Буду за ней идти. Лабиринт! Самый необычный лабиринт, девочка, темный. Девочка, иди ты первая. Да, жалко, что у нас нет фонарика, однако. Он очень темный, этот лабиринт. И куда бежать, вообще я непонятно. Я за девочкой буду бежать. Его бы можно было купить, но робоксы все кончились на оживление. Да, у меня тоже потратили все робоксы. Девочка, надо было поплавать. Слушайте этот звук, что-то шевелится. Ой, надеюсь, тебя там никто не поймает в этом лабиринте. Нет. Валерий. Так, а может быть факел взять? Есть!
Так, о, вы нашли этот артефакт. Thank you, you can finally now rest if you humans and wake me up again. Людишки выжили снова. Хорошо, уже оставайтесь в живых, не буду с вами ничего делать. Take me, Верлин, and leave me presents. Что это какое-то? Возьмите мою... это... подарок. Одежду. Одежду. Его одежду? Нет, спасибо, нам не нужна твоя одежда. Все, это конец игры. Да ладно. Валерий прошла одна и схватила эту одежду. Зачем тебе одежда это с пирамидой? Вопрос. Солнышки, встречаемся с вами 8 и 9 июня на видеожаре. Киви, солнышки, не забывайте, вы у нас самые лучшие. Мы все очень любим. Всем пока-пока! Nothing really matters if you're not mine right here, right now.